пещеру. Тут много карстовых пещер. Говорят, самое большое количество на севере.
Алла, как тебе приключения? Вот, кстати, в таких пещерах мы еще ни разу не были. Не оборудованные, можно сказать. Практически, но да? Это прям вот... Чувствуешь себя мамонтом? Или древним человеком? Вот так, я же вам говорю! Дикая. Необжитая. Это прям вот то, что надо, наверное. Нам обещали мамонта показать, не нашли. Нет мамонта. Закончились. Наша экскурсия в пещеру завершилась. Полное удовольствие. Впрочем, как всегда. Удовольствие, наслаждение жизнью, приключениями, красотой и разнообразием нашего мира. За храбрость, мужество, смелость, проявленную при прохождении пещеры. Это как его звать? Степан. Степан? Да. Степан, ответная речь. Ты теперь юный спелеолог. Теперь все пещеры твои. Да. Что посоветуешь своим сверстникам? Посоветую ходить в пещеры. Так. Это интересно. Так. Смотреть разные закоулки всегда. Вот это вот интересно, да. Ага. Закоулки, это хорошо. Залезать в разное путешествие. Но возвращаться обратно. И возвращаться обратно. Находить дорогу. Молодец, все, поздравляем тебя. Так, следующие юные спелеологи.